Дружба, которую объединила любовь к музыке. Премьера спектакля «Бременские музыканты» по мотивам сказки «Братьев Гримм» состоится в Гродненском областном драматическом театре. 29 и 30 апреля на сцене зрители посмотрят историю о хитросплетениях судеб необычных персонажей. Кот по кличке До, живущий с разбойниками, уличная певица по имени Ре, госпожа Фитнес и ее сын, скрипач по имени Ми. Всех их ожидают музыкальные приключения, а зрители, как большие, так и маленькие, окунутся в атмосферу хорошо известной, любимой не одним поколением, сказки о бременских путешественниках. Он абсолютно музыкальный, он без текста. То есть я пытался добиться того эффекта, который когда-то на меня произвел «Бременские музыканты» Ливанова, знаменитый мультфильм. Здесь же я пытался сделать такой этот сценический вариант. У Ливанова была своя история, а я написал свою историю, которая, мне кажется, сегодня будет актуальна. В спектакле «Бременские музыканты» режиссер-постановщик Александр Калагриф вложил все тот же извечный вопрос отцов и детей. Тема актуальная, подача современная. Классический секрет успешного спектакля. Весело, задорно и подвижно об умении прислушиваться друг к другу. «Бременские музыканты» ждут гродненцев в уютном зале областного драмтеатра в полдень 29 и 30 апреля.